Смысл действия этой системы в том, что заселяемое помещение моментально, буквально за 15-20 секунд, заполняется пустым, плотным, непроницаемым туманом. В тумане легко дышать, он безопасен, он не оставляет осадка. Единственное его воздействие, он создает нулевую видимость. То есть преступник за считанные секунды перестает возможность контролировать, что происходит вокруг, контролировать ситуацию. Соответственно, он покидает помещение, не нанося какого-либо ущерба. Это единственное решение на рынке услуг безопасности, которое позволяет останавливать грабителя до приезда групп быстрого реагирования. То есть с момента обнаружения преступника до момента прибытия групп быстрого реагирования этот промежуток как раз закрывается этой системой. И продемонстрируем. Живой продемонстрируем, да. Соответственно, камеру будем передвигать, да? Или нет? Нормально? Не передвигаем камеру, нет? Угу. При воздействии на банкомат каком-либо включается система, и я перестаю включаться стробоскоп и громкая сирена. Совершенно ничего не видно. Но тем не менее это безопасно для здоровья.